До тех пор, пока мы свои действительные стремления не осознаем, вот, а придумываем себе какую-то вот идеал, какую-то вот конструкцию, какую-то жизнь, которую мы хотим прожить, какие-то какие-то вот такие как бы цели, которые вот не из жизни, а вот как бы из какого-то вот массового такого психоза, которым рассказывают, как все должно быть. Вот. Мы неизбежно обречены на провал. Вот. Мы даже ведь мы знаем, что радуга видения, но все равно мы, понимаете, все равно идем к этому какому-то идеалу, страдая по дороге, мучаясь по дороге там, и так далее.